Вот, друзья, смотрите, короче, вчера мы вот здесь вот рыбачили, смотрите. А теперь внимательно смотрите. Видите хоть одну рыбку? Ни одной нет. Смотрите, сколько следов птиц и зверей. Все выклевали. До каждой мелочевочки вообще ничего не осталось. Вон даже со льда выдолбили полностью. Как мы и говорили вчера, вся рыба будет съедена. Что поймали, съели. Что осталось, короче, рыбка мелкая вся съедена зверьми. Так что такие дела, друзья. Так что не переживайте, если там пару десятков рыбок будет валяться на полу замороженных. Ручечки сейчас надо прятать от мороза, иначе удачи не видать. Лед, наверное, не сильно. А, блядь, вообще фигня. Совсем не сильно ледик замерз. Сейчас лунку раздолбим, почистим. Все, друзья, подготовил лунку, майну огромную. Сейчас начнем ловить хамсуну. Что-то ветерок поддувает такой жесткий. Чувствую, короче, не пойму, как у нас рыбалочка будет. Да еще говорят, хамса плохо ловится. Наверное, только к вечеру пойдет. Погодка изменилась. Но сейчас посмотрим. Так, сегодня попрохладнее. Так, готовим наш паук. Сейчас мы его разберем. Фига, он тут позавчера, после вчерашнего примерз, блядь, весь. Фиг его знает вообще, как он будет работать сейчас. Надо, короче, менять сетку и чью, потому что очень много рыбы улетает сквозь. Вот мелочь, конечно, но все равно, блядь, объемы не те. Сегодня хорошо все видно. Днем вообще все хорошо видно. Но, к сожалению, хамса ловится только ночью. Причем очень хорошо. Так, закидываем наш паучачес сейчас. Ну, нормально. Заходит. Сейчас намокнет. А груза еще добавить. И надо этот блочок, самый лучший способ ловли — это на блочок. Это так вот сильно не наловишься. Тяжелее, наверное, не знаю. Ушла. Еще паучок еще падает. Все. Паук забросили. Сейчас надо корма кинуть, короче. И будем стелить. Целлофанчик. Так, а наш корм, я уже не помню, куда его. Так, корм, корм, корм. А народу, блин, капец. Рыбалка прет. Красота. Так, ну вот он, корм наш. Криль, короче говоря. Сейчас ливанем, посмотрим. Если нифига не будет, что делать, я не знаю. Раза на 4-5 подъемов хватит криля. Будем надеяться, что рыба будет ловиться. Так, ну все, друзья, сейчас целлофанчик постелю и будем вытаскивать. Трища поднялся. Бывает. Город рыбаков. И мы тут, короче, на граешку. Ух! Дует. Дует, делает. Сейчас будем вытаскивать скоро майну. Смотрю, он подзаметал, да? Вот наш плов за сегодня, короче. Короче, ни о чем. Пару килограмм рыбы, короче. Ничего страшного.
Ничего, все еще впереди, вся рыбалка впереди, нормально отдыхаем, видео снимаем, хоть какой-то контент будет. Так, ладно, телефон надо убирать, а то сейчас замерзнет. Так, сейчас будем вытаскивать наш получачес. Простоял он у нас где-то минут 20. Доходил чайку попить. Такие перчи у меня. Минус 30. Не знаю. Уже до того руки поморозил, чтобы я не знаю, что делать. Надо, короче, прекращать с этими заморозками рук. Так, все, все. Давайте, ребят, посмотрим, что у нас там есть. Так. Теперь нам надо шумовочкой убрать вот эту вот шугу. Иначе тут будет просто капец. Рыба есть? Не знаю, что будет. Я сегодня в одного. Напарник у меня немножко занят. Будем в одного потихоньку рыбу вытаскивать. Но рыбы вообще нету. Хрень. Если есть, то совсем мало. О, вся моя рыба. 3 граммули. Короче, дело к ночи. Все. Сейчас здесь вот высыпу с углов. Блин, ну вчера хорошо ловилось. И сегодня вон, я смотрел, тоже нормально. Люди брали. Так, ладно. Мелкая рыба. Сетка очень большая. Короче, кто рыбачит на хамсу, берите, короче, мелкую сетку. Будет вам счастье. Это крупная, еще с того года. Хорошо ловила. Сетка. Такая. Бодрячок. Ну, не знаю, может когда-нибудь пригодится еще. Я думаю, это крайний раз сейчас рыбачу на нее. Ну, поймал, конечно, 2 горсточки. Совсем немного. Так. Вот, друзья, весь мой улов. Вот, смотрите. Кому интересно. Смотрите меня, кому интересно, друзья. Вот. Вся наша рыба. Ну, что скажу, хорошо, пойдет. Хоть что-то есть, уже нормально. Погода, правда, сегодня портится, холодная. Ладушки. Сейчас, короче, что нам надо делать? Нам надо сейчас эту рыбу перебрасывать. Или подмерзла, чтобы немножко. Да, в тазик сразу перебрасываю, да и все. Пускай там в тазу замерзает. Немножко ото льда отойдет. И будет нормалек. Перчатками неудобно. Скользят рыбки. Так вот. Все это дело происходит. Рыбоньки наши. Как голыми руками-то повеселее будет. Хамсу собирать. Ладно, начерпаем сегодня, может, до вечера. Мешок. Да шучу. Да ведро хотя бы поднять, то было бы нормально. Ну вот наш корм. Сейчас надо прикормиться. Что-то все забываю прикормить. Шугу немножко снимем. Наросло. Блин, подлиннее для таких майн надо сачок брать близко, чтобы не подходить в эту майну. Там 2 метра с лишним. Иди сюда. Ловится потихоньку. Мало. Очень мало рыбы. Кормонем сейчас. Чики-пуки. Так, заливаем наш жидкость.
через 10 минут будем проверять результат. Ну вот, короче, друзья, весь наш улов за разок пожарить на сковородку. Ладно, ждем дальше улова. А вот второй раз вытащил, не стал снимать. Так, чисто. Короче, немного рыбы. Сейчас подстынет маленько. Она уже подстыла. Схватывается. На улице морозяка сегодня. Это градусов. Не знаю. 20 будет, наверное. 18. Быстро схватывается. Рыбка нормально. Хорошо. Все, сейчас просто берем и перебрасываем ее в тазик. Кстати, на рыбалку вот такие вот верхонки войлочные. Охрененная штука. И обязательно, друзья, надо брать с собой термос. Обалденный термос. Покупайте хорошие термоса обязательно, ребята. Пить горячий чай. Термосу этого много лет, вроде неплохо. Чаечек. Фу, хороший, горячий, ну-ка. О, кайф. Вкусно. Лунка замерзла уже. А там рыба есть? Да, блин, как-то она слабенькая у нас эта рыба. О, паук что-то вообще прям весь наверху. Блин, нифига примерзает. Короче, капец. Шуги валом. Паук начал плавать. Блин, да что такое, а? Сейчас тут и все запутывается. Шуга, мужуга. Убираем отсюда. Блин, лунка даже замерзает. Лунка, камера замерзает. Короче, рыбы, блин, мало. Вообще ни о чем. Короче, все, наверное, не буду больше рыбалить. Хватит мучений. Надо другой сачок. Прессу хорошенько. Буду убирать. Это нифига не ловится. Короче, завязываем сегодня с рыбалкой с этой. Ну, в смысле, с хамсой. Она вся высыпается. То, что ловится, все улетает. Получается, собираем. Вот, друзья, смотрите. Сразу встал колом. Ой, короче, нормально. Пойдет. Попробовали, попытались. Пойдем сейчас, короче, на хапушке хлопок порыбалим. Может, что там стрельнет какая-нибудь сигушка еще до вечерка. Так, ну все, что, пойдем сейчас улов наш заберем. Вообще микро. Микро. Такой, друзья, улов, короче. Ну, ничего, что теперь поделать. Забираем улов, короче, и идем на хапуги рыбалить.